кинути палити, сісти на дієту, обмежити активності в соцмережах, щодня дякувати за радості та приємні несподіванки. Такі обіцянки ми даємо собі на Новий рік. Для нас це можливість перезавантажитися, а ще подивитися на життя під новим ракурсом. Ми вирішили запитати у містян, які обіцянки вони давали собі на Новий рік. Ну, були і тренажерні зали, і бросить курити, і бросила курити, і тренажерний зал є. Как бы, по мере просто желания воплощаются в жизнь. Сильные желания и правильные. На этот год будь здоровой. Диагноз нехороший. Сдать экзамен, наверное. Пока что это все, что меня волнует, если честно. Впервые поехать за границу. Это номер один, что я хочу сделать. Все, каждый год хочу сделать, но потом отхода, то денег нет, то вот коронавирус, не то, не поедешь никуда. Для себя лично я очень хочу внуков, поэтому я очень жду их. Поэтому надеюсь, что в этом году, в следующем, будет у меня внук. Похудеть. И, не знаю, как-то самореализоваться, стать лучше, может. Одна из них, я хотела когда-то стать директором. Ну, пойти по карьерной лестнице вверх, и я стала в наступающем году. Ну, вот также я хотела, было еще желание создать семью, я ее создала в итоге. Ну, вот какие-то такие, но именно материальных желаний каких-то нет, они больше, ну, касаются карьеры, семьи и блага. Я считаю, что время вместе – это самая большая и самая важная новогодняя традиция. Потому что, погружаясь в ежедневную суету, мы не замечаем того, что наши близкие, они нуждаются в общении с нами и в том, чтобы мы посвящали им свое время, дарили подарки. Нормальные оценки ставили. Ну, не очень получилось, но, в общем-то, иду на отличника, поэтому все прекрасно. Курить бросила. Ну, года три, наверное, тому назад. Вот так одномоментно получилось. Не знаю. Чтобы поработать еще, бы пенсия мала. И все. Ну, чтобы поработать чего? Хоть года два. Потому что мне уже 65. Это единственное, чтобы здоровье было.